Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые партнеры и члены клуба «Зеленая дорога». С вами Сергей Богдасаров, и сегодня представляю вашему вниманию инструменты продвижения. В данном ролике я записал инструменты продвижения – это баннеры. То есть я вам представляю пакет из 12 анимированных баннеров для рекламирования клуба «Зеленая дорога». Что такое баннерная реклама? Прежде всего, это сам по себе баннер, картинка, графическое изображение рекламного характера. Баннеры размещают для привлечения клиентов, для информирования или для создания позитивного имиджа. Баннерная реклама в интернете – это один из самых эффективных и самых распространенных способов рекламы. Смысл его – размещаете баннер на сайтах с ссылкой на свой какой-то сайт или какой-то другой ресурс. Невысокая стоимость делает эту рекламу самой демократичной. Баннеры, которые вы получаете, выполнены по моему заказу, то есть текст, картинки, цвет и техническое задание определял я вместе с мастером, профессионалом в данной области. Хотя я сам могу создавать баннеры, иногда создаю, но профи есть профи. Это его постоянная работа, его постоянный заработок. Основные форматы баннеров в интернете – это GIF и Flash, это динамические анимированные баннеры, и PNG и PG – это статические баннеры, это как картиночка, они не двигаются, и на них буковки не появляются, не скачут, ничего, просто статическая картинка, но определенных размеров. Самые популярные баннеры в формате GIF, поэтому именно эти баннеры я и предлагаю партнерам для рекламирования клуба «Зеленая дорога», для поиска себе партнеров, для того, чтобы говорить о нашем клубе всем. Стоимость исполнения одного баннера в интернете в формате GIF колеблется от 10 и выше долларов. Бывает 7, но это редко. Но эта цена не для вас. На данном слайде я показываю пример стоимости баннеров в интернете. То есть вот источники есть, можете по этим ссылочкам пройти и увидеть информацию о стоимости. Ну, здесь я сделал маленький скрин от 10 долларов, здесь даже и выше, и даже 35 долларов есть GIF баннер. Но для того, чтобы это сделать, нужно еще затратить время, надо знать, иметь знания определенные, на техническое задание потратиться, цвет, разговаривать с фрилансером, то есть мастером по баннерам, их не так уж много качественных и профессиональных. Вот, многие что предлагают свою работу, но далеко не все профессионалы своего дела. Даже если вы заказали и получили 12 баннеров по цене от 10 долларов, это минимум будет 120 долларов, или в рублях 8400 рублей, по курсу 70, то представляете, какую работу еще надо провести. Поэтому я взял все это на себя. Оформление, работу с мастером, тексты, картинки, слоганы, грамотно. То есть баннеры уже готовы. Я считаю, что эти баннеры отвечают всем стандартам нашей темы клуба «Зеленая дорога». И чтобы было доступно каждому партнеру, определил цену за весь комплект баннеров 12 штук, всего 800 рублей. Для тех, кто не заказывал, у меня лендинг сайта одностраничный. Для тех, кто заказывал, скидка 25%, то есть 600 рублей за пакет баннеров. Эта цена доступна каждому. Плюс к этому видеоуроки по размещению баннеров и моя консультация. На данном скрине все 12, размеры 12 баннеров, здесь вот 4, и на следующем скрине все остальные баннеры. То есть это как скриншот. Сейчас я вам покажу их в действии. Ну, еще раз о комплектации пакета. Это 12 динамических анимированных баннеров в формате GIF. Ссылки на сервисы баннерной рекламы, 2 профессиональных видеоурока по размещению баннеров и, конечно, подарок. Это бонус, курс-тренинг стоимостью 500 рублей. Раньше этот курс продавался за 5000 рублей, но вам я его дарю в подарок. Я в свое время получил его. Это курс по как общаться с партнерами через Skype. Вот он, курс, скриншот, он реальный, это выполнили профессионалы своего дела, очень опытные, и один клуб, несколько людей все это выполнили, то есть это реально работает, они научат, как общаться через Skype со своими партнерами потенциальными. На данном слайде мои контактные данные, моя почта, мой Skype. И платежные реквизиты я высылаю после вашей заявки. У меня есть практически все популярные платежные системы. Вы определяетесь, говорите, где у вас есть деньги, откуда вам удобно платить. Говорите, я вам высылаю свои платежные данные.
А теперь я вам покажу эти баннеры непосредственно в работе. Вот на моем сайте я специально сделал секретную вкладочку, и вот здесь баннеры, чтобы увидели все, когда я хочу показывать. То есть, как видите, они анимированы, и немаловажно, что баннеры должны иметь вес, объем, то есть не более 300 килобайт, то есть менее 300 килобайт. Это очень сложно сделать при такой смене рисунков, при таких красивых картиночках. Даже дома раскрашены во флаг России, так как недвижимость выдается только в России. Видите, да? То есть вот они, все эти баннеры, они здесь. И даже на самом сайте я вот в эту страничку поставил баннер. Вот так он выглядит на других баннерах. И люди, когда будут видеть, подносить курсор, появляется ручка, нажимают на этот баннер и переходят на тот сайт, который вы поставите ссылку. В данном случае они переходят на вот мой же лендинг, то есть вот перешли сюда, ознакомятся и примет решение каждый человек, стоит ли ему заниматься этим, интересно ли ему это или нет. С вами был Сергей Богдасаров. Обращайтесь, получайте баннеры, рекламируйте. Это очень хорошие инструменты для того, чтобы вы получили партнеров себе. Эти партнеры будут знать о зеленой дороге не меньше, чем вы, когда вы с ними познакомитесь. Спасибо за внимание. Всего доброго.